Спустя год награда нашла своего героя. Врач из Нижневартовска Яков Патюков получил почетную грамоту президента России. Документ датирован июнем 2020-го. На заре пандемии Яков Патюков в числе первых вызвался работать в красной зоне. Принимал участие в организации первого госпиталя, инструктировал коллег из других городов округа. Почти год врач провел на боевом посту. Получить награду смог только сейчас. Как приходилось бороться с неизвестной инфекцией в первые дни, он рассказал нашей съемочной группе. Мы уже к этому привыкли, работать в этих костюмах привыкли. Здесь обязательно комбинезон, халат, фартук, учитывая, что мы работаем с биологическими жидкостями. Две пары перчаток, очки, респиратор, все герметично, все привлекает плотно, это все уже отработано. Работать в красной зоне приходилось в спецкостюмах. Одежда специфическая, сковывает движение, не пропускает воздух, но без нее никак. Вирус непредсказуем. Тогда врачи о нем практически ничего не знали. Не было четкого понимания, как лечить больных коронавирусом. Госпиталь оборудовали практически на ходу. В Европе в это время пандемия была на пике. Сообщали о множественных летальных случаях. Страшно было не только пациентам госпиталя, но и самим врачам. Это было время, когда узнавались люди, вот как на войне, да, вот с кем в разведку пойдешь, с кем не пойдешь. То есть там речь не шла даже о профессиональной компетенции, потому что все были высокого класса специалисты, все были реаниматологи с большим стажем, сестры с большой квалификацией и так далее. Но там все твои навыки и все твои знания, они как бы в какой-то степени равнялись нулю в какой-то момент, потому что там на первый план выступала способность, да, не испугаться, способность в команде работать, способность сохранять спокойствие. Каждый вирус для Якова Патюкова как вызов. Он лечил больных птичьим, а позже свиным гриппом. Когда пришел ковид, врач решил, кто, если не я, и отправился добровольцем в инфекционный госпиталь. Первую вахту несли круглосуточно 7 врачей из разных медучреждений. Пульмонолог, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи. Первый раз мы пробыли чуть больше месяца. То есть зашел я 3 апреля, а вышел 9 мая, на День Победы как раз. Но мы решили тогда, что в принципе месяца как бы это достаточно и немножко, скажем так, подустали. Поэтому приняли коллегиально такое решение, что вот мы командой зашли и все вместе, также группой мы как бы вышли. То есть как бы договорились. Отдохнули 2 недели и через 2 недели снова зашли, но уже на дольше, уже на 4 месяца. Стратегию лечения медики обсуждали всей командой. Отнеслись к новой болезни не как к пневмонии, а как к иммунному хаосу. Стали применять плазмаферез и гормональную терапию. Тогда эти методы практически нигде не использовались, а в Нижневартовске помогли спасти много жизней. У нас лежал пациент с января месяца, не буду говорить фамилию, конечно, и он потом перевелся сюда к нам в больницу. Он здесь тоже пролежал в течение 2 месяцев, и он очень благодарен, он передавал всегда приветы, то есть это приятно. Бессонные ночи в инфекционном госпитале позади, но не время расслабляться, считает Яков Патюков. Количество больных ковидом снизилось, но болезнь еще не отступила. Работы по-прежнему много. Доктор снова руководит реанимационным отделением 2-й больницы, но продолжает сотрудничать с инфекционным госпиталем. Изучает снимки больных ковидом, дает консультации коллегам. Сейчас вся надежда на вакцинацию. По прогнозам специалистов, коллективный иммунитет должен выработаться у россиян к сентябрю. Врачи в это верят. Пандемия отступит, и тогда они смогут полностью посвятить себя работе в больнице. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.